Приветствуем всех, друзья! Это StarLadder TV, и мы рады приветствовать вам третий заключительный Dota 2 Hot 10 по третьему сезону Star серии. Сегодня мы увидим самые яркие моменты последних матчей, в том числе и фейл недели. Начнем, как обычно, с 10 места. Открывает наш топ забавный момент с кучей иллюзий в матче Маус против Скона. Смотрим. Сетка. Ой, не успевает, короче. Есть БКБ. Сейчас. Ой, ну и надо драться здесь с Маусом. Понятно, что происходит вообще вон. Ой, хорошо, как бамбута прыгает двоих. Богомама здесь тоже под заряд попал, но и в итоге... Вася, это такой трэш! Кто скажет, просто... кто побеждает? Я не знаю, кто побеждает. Я такой херни в жизни не видел еще. На 9-й позиции оказалась команда Virtus.pro со своим фирменным прокастом в матче против Маус, при помощи которого ВП поставили жирную точку в этом матче. Думаю, что недолго здесь осталось мучиться парням из Mousesport. Главное сейчас не натупить в драке у нас. Парням из ВП. О боже, какая стяжка! Просто в хламину разрыв. Вот это да. Супер драку показывают у нас ВП. И сразу же ГГ ВП. Восьмое место. Секси Бамбу. Как же без него? Энигма, Блэк Холл и прокаст Инвокера. Это было круто. Роман. Так пошел. Вот, Бамбу. Ой, Бамбу, что творит? Ты посмотри вот, под кирпич. Да. Вот это круто было. Седьмая строчка. Еще один Блэк Холл от тиммейта Бамбу, капитана команды Маус, Куроки. Парни из Team Харкив повержены. Посмотрим, что это получится. Ох, Блэк Холл от Куроки какой хороший. Четкий здесь момент. Арстелл сюда влетает. И... да. На шестой позиции оказались рожденные побеждать. Нави передумали уходить и решили подраться в матче против CLG. Как ДТС на развороте. Слететь, сбивает моста. Лосол Рин. Тинкер на возврате! Просто минус топа! Вот это да! Дэнди минус два! И проблемы здесь у Миракля. Медведь за ним бежит. Миракль понимает, что траблы. Дэнди врывается в толпу. Адмирал, Бульдог, Киллинг Спри. На пятом месте очутились парни из Moscow Five, которые в момент нарошания умудряются перевернуть ход событий в свою пользу при помощи Тайдхантера и Queen of Pain. Забавно, дред на Тайде добивает Рошана якорем, а сыр достается оппонентам. Дред влетает с клопой, какая комба! Как разорвали на части, не знаю, за сыром. Четвертое место занимают неугомонные шведы из команды Skons Elite. Классические Висп и Джаггер и трипл килл в двух разных местах. Смотрим. Так, Брюмастер ловит Грампи. Ой, Энигма у нас в игре отлично. Там тем временем Лишрак убил Саву Дума. Ноэс пытается убежать. Рижен за ним. Ноэс распрыгивается по нему. Раскрутка. Да, конечно. Слип поможет однозначно. Даблкилл, очередной от Риженов. Не знаю, какой раз он снимал там конкрет, куда они улетели. У них улетели вниз. На Хаукая. Хаукай. Ой, хорошо, но это просто задумал. Ай, хорошо, тезером пролетел мини. И трипл килл делает Рижен. Причем на разных частях карты. И возвращается на топ. Вот это да! В рубрике «Фейл недели» очутились Вига с Фризером, которые настолько вошли в кураж, что не рассчитали собственные силы. Рубик, прием, полет нормальный. Фризер, мне кажется, будет вынужден юзать ревэдж сейчас. Стан. О боже, как четко сейчас Кракеншелл этот стан скинул в момент. Тут как тут Вигас. Засыпают. Опа! Что это было? Похоронил сейчас Тайдхантера у нас.
Пьедестал почета третьим местом открывает игрок команды MeetYouMakers Кальк, который умудряется выжить в ситуации, в которой, казалось бы, ему уже ничего не светит, неоднократно обведя вокруг пальца своих соперников. Неплохо. Опа! Привязочка по Энвокеру. Ульт сюда залетает на Майнсер. Энвокер здесь абсолютно ни в коем случае никак не погибнет. Тауэр забирают у нас парни. Энвокер забирает Тауэр. Лол! Как играет Калк? Как играет Калк? Торнадо от Калка. Неужели? Неужели его здесь не убить? Посмотрим. Посмотрим, что будет делать дальше Калк. О-о-о! Как отыгрывает Калк. Форстаф от Калка. Гонятся дальше. ЕМП. Да, как Калк, конечно, красавчик. В этом моменте он засейвил против Кука. Второе место и серебро достается все тем же рожденным побеждать. Играя с заменой, Нави в очередной раз доказывает, что безвыходных ситуаций не бывает. Потрясающий сейв сирены. Смок от ВП. И это попытка убить адмирала Бульдога. Вот и не иллюзии. Бульдог видит все, что происходит, пытается разносовать. Его нашивает. Никто его не может здесь помочь. Бульдог ТП-аут делает. Гаш. А нет, драка будет здесь. Смайл прилетает. Какие борты от Смайла. Минус раз, минус два. КСАй дает ульт, поздно уже, Смайл по-прежнему жив, Пупей умирает. Смайл ловит сетку КСАя. Еще и Хекс, Адмирал Бульдог, Риптайд, Нави не отпускает ВП. Золото в очередном неоднозначном моменте отходит к любимчику публики Дреду из Moscow 5. Не дрогнула рука у Дреда с почином. Так, видят Бруду, видят Чена. Гаш залетает в Маню. Маня очень долго разворачивается. У Мани огромные проблемы. Сетку поставила здесь Бруда. Маню пытается добить, добивает. Лишрак забирает фарсплат. Нексус тоже умирает. Кот пролетает сквозь Соло. У Соло тоже огромные проблемы. Стопит сесть Камбузми. Соло умирает. Дред из бэк затынаил его. Подробности на сайте Dota 2 StarLadder TV. Главный технологический партнер корпорация Intel. Генеральный партнер компании Asus. Игровой центр Киев Киберспорт Арена. Это StarLadder TV.